История со счастливым концом. Полицейские нашли двоих потерявшихся в Кайтакском районе малолетних детей. Их искали 17 мая. С заявлением о пропаже обратился отец одного из малышей. Его трехлетний сын находился в гостях у пятилетнего мальчика в селе Баршамай. Ребята ушли гулять и домой так и не вернулись. Стражи порядка и местные жители всю ночь занимались поисками детей. Мальчиков нашли в 3 километрах от населенного пункта спящими в одном из оврагов. По всей видимости, дети не могли самостоятельно выбраться. В настоящее время они находятся со своими родителями, и жизни, и здоровью малышей ничего не угрожает.